весовая категория до 75 килограмм. Красный угол Саакян Карен Кашира. Синий угол Елисеев Денис Подольск. В красном углу ринга готовится к продолжению боя Саакян Карен Кашира. Карен 2002 года рождения, занимается боксом 3 года, имеет первый спортивный разряд. Провел 40 боев, из них выиграл в 33. Лучший спортивный результат – призер первенства Московской области 2017 года. Саакян Карен тренируется под руководством Навозного Каменского. Саакян Карен, красный угол Кашира. Thank you.
К выходу в ринг приготовится боксер весовой категории до 80 кг. А к награждению приготовится боксер весовой категории до 70 кг. Рубцов Бычков. А в этом бою, ввиду отказа секунданта с синего угла, победу одержал боксер красного угла Саакян Карен Кашира.